Всем доброе утро, вы на канале «Пиратская жизнь». Ну что, у нас последнее утро, последний день в Аланье, в Турции. Мы сейчас с вами идем на завтрак. У меня тут, смотрите, видите, остался айранчик. Сейчас его будем на завтрак пить. Хотела вам показать утро у нас. Утро в Турции, да. 17 градусов, видите, с утреца уже. Такая у нас погодушка классная. К сожалению, видите, погодка налаживается, а мы уезжаем. Не к сожалению, погодка налаживается, а к сожалению, мы уезжаем. Да, не холодно. Я предлагаю вообще посидеть вообще на улице. Последние дни. Че, котиков покормим, поиграешься. Жрать не дадут. Дадут. Сейчас мы, короче, пойдем покушаем. Потом будем уже манатки собирать. Тут, ну, кучу вещей. У нас сейчас такой бардак. Возьми мой оранчик один. Возьми мой оранчик один. А я вот сразу два их выпью. Не возьму. Легко и просто. Все, open the door. Пойдемте кушать. Посмотрим, чем Турция нас попотчевает напоследок. У нас еще, конечно, обед будет. Я шучу. У нас еще будет обед. Нас забирают в 5:30 отсюда. Вот. Так что в 12 часов мы освобождаем номер. Я хотела вчера продлить. Ну, что-то, знаете, за 4 часа 30 долларов, мне кажется, это как-то вот до хрена. Просто по условию того, что до 4. А если хочу до 17? То есть, короче, у них продление до 4 часов 30 долларов. Вот так вот. То есть, 12 до 4. Вот так вот. Вован загорел. Прям вообще. Облазить будешь. Прям сильно-сильно. Ну, а на последний завтрак у нас, как всегда, яйца. Загорелый Вован, кстати, смотри, побрился опять, бородочку все красивенькую делает. Так, кашка у нас, перчики, бери два. Не могу я два взять. Можешь. Сосиски с луком, яичница, здесь что-то было непонятное. Все съели, все пожрало, тля. Так, дальше у нас здесь еще вот такие булочки. Ну, мне они что-то не очень понравились. Так, ну, как всегда, овощи. Куча-куча салат греческий, это апельсинчики уже резали. Да. Что у нас тут еще? У нас здесь, конечно, колбаска, сырочек. Ну, в общем, все как всегда. Все очень вкусно и приятно. Мне очень нравятся эти маслинки, которые с перчиком. Я по ним буду скучать. Мы домой парочку взяли таких. Вот. Жалко, конечно, ограничение по весу, я бы взяла еще. Вот таких маслинок набери на меня тоже, чтобы я тебя могла подергать. Давай, да. Пол тарелку набирай. Вот такой вот завтрак. Сейчас хочу подойти к технику, спросить у него за интернет. Тушки, все набрали. На, будешь оранчик? Нет, не буду. А зря. Мама хочет табов. А, мальчик. Мальчик хочет табов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики. Блин, где кошки? Я тут им набрала колбаски. Вон две. А вон лежит один, короче, играется, видишь? Играется. Он играется в этот. Нету наглого. Да. Вон один наглый там. Да. И беленькая. А я им колбаски набрала. А, вот. Наглец сидит. Они у меня уже там. У них по утрам тоже аппетита нету. Так, ребята. А раньше что-то я много все равно брала. Он вкусный. Он наглый твой ходит. Видишь, трется. Об других. Осознал. Осознал свою вину. Что так делать нельзя. Ариан, кстати, здесь не подается. Очень жалко. Это единственное, чем вот косячнее. Потому что в некоторых отелях есть. Турции есть, да. В баре. Да. Да. Детка, ты мой кайф. Ты мой кайф. Все, мне отель. Мне, кстати, этот техник дал. Номер. Все хорошо. Ладно, покормлю его напоследок. Идем там. Лисла. Так и быть. Надеюсь, ты осознал свою ошибку. Да, лисла. Кыс-кыс. Здесь трется. Ну иди сюда его, позови. Он идет. А он пошел дальше. Не хочет. Иди сюда. Суки. Иди сюда. Кыс-кыс. На. Ты будешь хорошим мальчиком? На. Ну колбаску ты будешь, не? Че ты там трешься? На. На. Во, вот сразу бы так. Мы с тобой подружились. Во. А тут выпендривался поначалу. Я тут любых мальчиков-то вот сидит у меня, кушает там нога. Молодец.
Я специально колбаски не брала. Докторской, в смысле не докторской, куриной. Чтобы это было хорошо. Я потихоньку. Кушай, да. Осознал. Мы решили с ним напоследок помириться. Уехать, так сказать, на хорошей волне. Слушайте, аран прям вообще вкуснятина. Я у нас в городе... Я бы съел. Да, все съел? Угу. Идем, еще. Вторая порция. Вот. Ну что ж ты в прошлый раз-то так себя вел-то некрасиво, а? Ну что ты? Вот что ты такой был нехороший человек, а? Мы с тобой сразу подружились бы. Видите? Вот сразу бы так. Мы бы его все дни подкармливали. А он вот, как говорится... А у меня так всегда с людьми. И не сразу мы с друг другом сходимся, зато потом мы становимся лучшими друзьями. Вот так вот. Первое впечатление обманчиво. Я у тебя оливку продам. Я что знаю, что я сижу, у меня так припекает. У меня всю шею припекает, да. Я тебя завораживаю. О, у меня теперь нога втрется. Давай еще. Давай еще. Давай. Я ему съел. Побольше взяла. Да. Вот. Вкусно? На тебе сразу второй. На. Давайте тут еще. Мукубан. Кушай. Все, чтобы были красивые котятки. Он тут такой, я так понимаю, главный такой у нас это. Котяра, семенитель. Так, ну все, хватит его. Покормила? Это вот тебе еще колбаску случай. Или к ему другому? Да есть. А то ему там всю колбасу скорблю. Да есть. Там вот сейчас я сейчас видела это. Женщина с ограниченными возможностями коляски. То есть, отель подходит даже для вот таких людей. Это хорошо. У нас там есть такой зритель? Угу. Спрашиваю как раз, кстати. Да? Сейчас вот в ресторане вот девушка сидит на коляске. О, еще один, да? Это там орёт. Не знаю, они надоели уже. Все утро орали. Да. Мы думали на нашего. Это вредно. Нет. Но он не орал. Беленький пришел. Ну все, сейчас это. Ой. Он прям ходит у меня, смотри. Прям так, ты дышь меня. Ты дышь. Давай еще. Давай. Я не могу. Ой, беленький еще один. Давайте. Ну так вот вся колбаска-то и разлетается. Беленький, иди сюда. На. Видите лапы? Вот нехорошо. Это уже понял, что не надо. На. На, вот, ты уже берешь. Он, главное, взял вот такой и, знаешь, и в тень ушел. Все. Ребята, у меня колбасы больше нету, у меня только сосиски. Привет. Доброе утро. Доброе. Сегодня мы домой. Уже все. Сегодня? Да, улетаем. Да, жалко. Погода только наладилась. Вечер? Да, вечером, да. Еще обед будем здесь. Еще пообедаем. Давай. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, чаечку нам принесли. У меня оранчик, чаечку. Ой, хорошо. Ну, вот видите, со всеми мы в хороших отношениях. Вот, все, улетаем. Где там беленький, да? Который наглый? Не знаю. Шел? Ой, там что-то это, черное. Опять за эту кошку дерутся. Черный? Слушай, да они сейчас уже черный ходят, и какой-то черно-белый. Этот за ней уже не ходит. Уже. За ней сейчас ходит черный какой-то и черно-белый. Ой, этот пошел. Видишь, у него какие сзади там висят? Нет, это не этот, вон твой. Это другой. Это вот наглый пришел, вот. Наглец.
Что? Не, ну меня все, понял, я колбаску, да, меня? Раздала. Наглец. Наглец. Шел. Наглец. Наглец. Тихо. Только. Без рук. На, на, на. Взял? Взял. А вот это он тоже красивенький, смотри, научился какой. Научился брать. Прям вообще сидит. Классно. А твой-то вон трется до сих пор. Ну да. Ну у меня больше нет, это пацан. А, смотри, видишь, это сразу так. Пофигу. Раз мне так боком. Такой, раз давай, мне давай. Боком такой. Мне говорит, пофигу, ну, есть все, у тебя ну, нет. Ну, это, я тебе и так прям всю колбаску скормила. Которую взяла. Куда ты, кстати, да, вот я, заметьте, я ни одной колбаски не съел, я специально для них брала. Потому что знала, что мы, если будем кушать на улице, здесь котики. Вот так. Так что лайк за котиков, не накормит котиков. Я даже специально взяла куриную колбаску, чтобы у них это было специально. Хорошо. Пошел. Да? Да. Вот прям припекает. Языком ее пытается нет. Че там? Лишь дыр. Прям припекаете. Ну прям как он. Он прям как я ест. Глотает там. Кусками. Что, чтобы это не отнял. Ну все. Все, мой хороший. Хочешь, могу Вова на колбаску упереть? Я тебе дам. У меня тут свой. Сосиску будешь, но она с кетчупом. Я могу облизать. Не будет он. О, они поняли, что здесь что-то дают. Еще один пришел. Ну не, короче, ты-то. Я тебе серьезно говорю, ты давай это лапами тут. Поаккуратнее. Тогда тебя все будут кормить, понял? Будь добрее к людям. Хорошо? Вот. Я ему дала наставление. А ты что сел будет? Давай, давай, давай. Иди, иди. Хорошо. Иди, иди, иди. Детка, ты мой кайф. Ты мой кайф. А нам что, по два сахара, да, принес? На. А, все-таки отдал. Видите, Вован последнюю колбаску отдал. Ой. А вы говорите, Вован плохой. Вован добрый. Щедрый. Не то, что некоторые. Лапы держит, да? Чтобы никто не трогал. Так, одну а ест. Уже белый трется. Да? Он так лапы держит. Он лапы держит. Типа, это мое. Да? 41 ем один. 41 ем один, да. Понятно. Оливки, еще будешь? Что-то у меня все равно такое. Будешь еще? Ну, давай. Бери. Хочешь мне колбаску прям? Сосиска. Не хочу. Огурчик. Перчик. Кстати, перчик за ним попробуй, вкуснее. Нах мне твой перчик. Ну, йод. Прям из бачка. Значит, чистый. Угу. Не, я хлорку сегодня не тащу. Прошу, я с хлоркой тащил. А они не пили. Все. На сегодня все. Завтрак окончен. Мукбанков. Все, завтрак окончен. Все, иди, гуляй. Не, ну хорошо, он мне дал сегодня интернет. Все, я сейчас внизу, может, это подгружу. Все, да, да, ролики. Иди гуляй. Да загружу. Слышишь меня? Говорю, он мне дал интернет офисный. Он меня понял вроде. Да? Ага. Точно? Да. Что он тебе там дал? Такой пароль. Пароль. Ой. Не скажу. Но он мне только дал. В горшке сидел. Я сейчас скажу, если кто приедет, потом будет пользу. А ты выключи. И мне скажи. Да? Сейчас попробуй. Яйцо будет есть, нет? Так, я хочу еще. Рано. Надо его допивать. 41 ем один. Что ты там делаешь? Хороший, кстати, Арен. Вот, знаете, вот мы какой-то другой фирм покупали. А он такой же по вкусу. Вообще. Один в один. Что ты там? Кого там? Чего тебе? А? Ой. Не будешь? Как хочешь. Что там? Он тебе прям не залазит? Хотят яйца. Прям залазит? Яйца не... Возьми вот сосиску у меня. А они не едят ее. А что, давай я облежу ее. Они не едят. Сосиску не едят? Я тогда давал.
не хотят они. Ты проверь, на. Mm-mm. Не буду. Ну вот. Будешь? На. На, сосиска. Будешь сосиску? На, на, на. Сосиску. Будешь? На. С кетчупом, да? На. Ну, короче, думай. Ну, ест он, вон. Утащил. Все. Ест он сосиску. Я ему облизала ее. Кладал, значит. Да. И как встали оба. Я ему от кетчупа облизала ее, все. Угу. По сути, обычные сосиски. Я тогда забрал. Тоже облизал. Кинул он сюда. Да? Не, у меня он. Я кинула, он взял, утащил. Ты не будешь оранчик? Голд не тетка, значит. Оранчик не будешь? Да. Ну что, мне все сосиски обрезать? А вот киски будут. А вот киски будут. Оранчик. Не пью то? Думаешь? Может быть. Очень может быть. Ну как ему налить? Не знаю. Ну ты же стакан не дотянется. Модный, да. Он жидкий просто, куда-то сливать. Да. Наполнит. Какой-то новый таблиц. Черный. У нас такого не было. Не было. Прикурсов. Соседний откуда? Ага. Соседский. Где тут водичку? Понимаешь, Лен. А он кошка ходит. Походу уже с котятами, видишь, не обрыкнулся. Да. Или кормящая. Мать. И побежал. А это уже разодрали, видишь, у него морда. Щека, видишь, да, выдрана. Прям жестко так выдрана-то. Правильно. Может, они здесь и орут? Нехрена. Лазь. Так вон эта девочка ходит. Нехрена лезть. За которой все тут они охотятся. Да. Наш же уже поохотился. Наш же уже ее. Еще какой-то ходит. Тоже такой же такой, смотри, тоже с брылями. Да. Тоже такой, видишь, это. А здесь видите? Да. Тюровый какой-то. Слушай, и какой же такой же это, как у нас, наш этот. Да. Он же нюхает, тут жопа лежит. Вытирает. Вытирает. Чего вытирает? Попу вытирает? Да. Они так моют. Друг другу попу лежит? Да. Они же сестры. Они сестры? Да, это белые. Девочки? Девочки. Они друг другу попу лежат? Они моют так. Попы. Да. Я тебе так не буду. Ну, у них нету рук. И душем они не пользуются. Я не могу, она их хвост лежит. О, вот это, конечно, разодранный прям жестко. Да, он прям сзади. Он подранный прям жестко прям. Правильно. Знаете, эти две лежатся, а это вон черный такой. У нее сбоку прям вообще прям выдрана щека. Это ему кошка так выдрала. Нифига себе. Чтоб не приставал. Ну, ибо нефиг. Во, видите, баба какие. Вот. Или кот. Чтоб не приставал. Освежает. У них здесь своя территория есть. Что там этот черный лезет? Не... Ой, фу, он такой страшный. Он такой здесь грязный. Правильно. А смотри, как это старый такой, как лев такой, побитый. А, бывший. Ага. Кутяшки. О, сука, он еще и сыт в бассейн. Вообще, срет, я бы сказала. Он сыт. Ой, фу, во, я гаденыш. Не могу. Взял и испортил весь бассейн. Вообще, он взял и послал в бассейн. А эти пьют. Эти пьют с другой стороны. Слышь, вода чистейшая, Вован. Да. Пить можно. Да, вон ктыры пьют. Ой, фу, Вован, пойдем отсюда. Плыли отсюда, да? Вот еще такой же подранный, видишь, за ушами. Он подранный, такой же старый, как наш. Лишайный. Только наш здесь хотя бы это, подкормленный. Он как лишайный, видишь. Короче, наши чистенькие, а эти прям какие-то это... А,
Не, наши красивенькие вот эти. Бело-черные это. Да? Будешь сосиску? Будешь сосиску? Я только облежу. Эти не едят. Не едят? Мы уже давали. Да? Сейчас проверим. Да? Ест? Ест? Да. Значит... Ты неправильно облизываешь. Голодались. Все нормально, ест она. Ой, они эту кошку, блин, оккупировали. Бедная кошка. Мне ее жалко. Она, все коты, блин, собрались со всего района. Спуск не бедают. Молодец, правильно. Я жду. Ибо нефиг. Я не такая. Она сразу на бок и с одними лапами бьет. Одному уже... Нормально так. Попало. Доели. Пристраивается. Сейчас. Господи, ну у нас же уже ее давно. Я не понимаю, а что? Или у нее до сих пор, что ли? Тут тоже по логике, кто первый, тот и папка. Должно быть. Вся блин фишка в том, что течка идет где-то неделю, наверное, две. Я не знаю, у меня и там папок может быть много. Да? Да. 2, 3, 4. И что, и сразу в одной кошке несколько, от нескольких папков можно? Да. Это конечно, нормально? Все разные, видишь. Черный с белым, блин. Такие же, как конечно. Она, блин. Цвет, это шерсть. Трехцветный и так бедняжка. Далее. Бедняжка. Бедняжка. Как мне жаль. У них же по 5-6, а то и по 10 хотят. А сколько кошка носит? Ну, я не помню. Я не помню, сколько. Давай приедем на роды. Приедем на роды. Скажем. Возьмем это. Я не помню, сколько. Месяц плановый? Не знаю, да, где-то. Блин, солнышко просто подпекает. У нас прям воздушный вал. Он черный ходит. Солнышко. Трется там. А наш, кстати, заметь, уже ее не обхаживает. А, все. Он уже, как говорится, свое получил, и она ему стала неинтересна. Это тоже кошка, ее видно сразу, что это кошка. А сегодня, кстати, вообще тепло, ты заметь, да? Как мы сейчас сидим, вообще ветра нету, вот, и очень так это тепленько подпекает. Пошел. Полет. Так, кто тут еще? Не задействован. Все, два я рано. Я съела. Смогла, да. Все. Я практически один рано пытался. Вот. Колбасу покормила. Чай и пошли. Да. Собирать манатки. Да, как говорится. Потихонечку, полигонечку будем заканчивать. Ладно, ребятки, всех любим, всех целуем. Всех котов перекормили. Со всеми котами передружились, перемирились со всеми. Очень все хорошо, уезжаем на легкой ноге, с легкой душой. Да. В общем, знаете, через 2 месяца здесь, наверное, или сколько там кошки носят, здесь будет это, родильный дом. Ну, не здесь, а где-то. Да. Подворотник тут. Где они там прячутся. Да. В общем, вот такие вот дела. Все, пошли мы собирать чемоданы. Увидимся с вами, скорее всего, уже за обедом. Вот. Ну и потихонечку собираемся домой. Ладно, всех любим, всем целуем. Увидимся, пока.